Привет всем! Сегодня готовлю вкусные быстрые пончики на кефире. В миске размешиваем яйцо, мягкое сливочное масло, сахар и ванилин. Взбивать не надо, только размешать. Добавляем кефир, опять размешиваем и в конце добавляем соду и муку. Перемешиваем, выкладываем на стол с мукой и замешиваем тесто. Тесто должно быть мягкое, липнущее к рукам. Раскатываю лепешку толщиной 1 см и начинаю формировать пончики. В небольшую кастрюлю наливаем столько масла для жарки, чтобы пончики плавали в нем. Разогреваем масло и жарим пончики до легкой румяности по 1 минутке примерно с каждой стороны. Готовые пончики выкладываем на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир. Пончики готовы, можно подавать к столу. Они получаются пышные и очень вкусные. С чаем, с кофе, с молоком. Подписывайтесь на мой канал, смотрите другие видео, пишите комментарии, ставьте лайки. Приятного аппетита и хорошего настроения!